Всем привет! Сегодня ночь прошла без бомбежек и артобстрела. Есть возможность спокойно посидеть и помянуть своих родителей и близких, благодаря которым, собственно, и появился на свет. Меня ведь все воевали. Тетка с дядей при Балтийском освобождали Кёнигсберг, нынешний Калининград. Дед закончил войну в Праге. Отец в Австрии под Виной. Мама всю войну пробыла в Кустанае, ухаживала за ранеными, по возможности училась. Тесть прошел от Москвы до самого Берлина. Правда, был ранен в конце апреля на Зиеловских высотах в штыковой атаке. Грех их не помянуть сегодня. Помню свое босоногое послевоенное детство. Помню, что не хотели родственники рассказывать ничего о войне. Единственное, что говорили, что мы сделали все для того, чтобы вы не знали ужаса той войны. Все, что вы не узнали про войну, кроме книжек и фильмов. Хотя и говорили, что все там показывают и пишут, это брехня. Все было совсем по-другому.